Сегодня для воспитанников детского сада «Капелька» волнительный день. Ведь они отправились навстречу новым знаниям и знакомствам по тропинкам леса. Интересный маршрут ребятам предложила библиотека поселка совхоза имени Ленина в рамках проекта «Выездной читальный зал». Улыбаясь и держась за руки, маленькие путешественники спешат начать игру. А рядом с ними сказочная помощница, в роли которой выступила заведующая библиотекой Мария Машонова. Лето, все выходят на природу, и дети, может быть, кто-то не знает, может, они просто вышли погулять, они знают, что растет и кто живет, а здесь хочется просто им рассказать, чтобы они знали. И что герои, лесные герои есть и в сказках. Пощупать кору дерева, поиграть с живым жуком, узнать, кто живет в реке или увидеть настоящий муравейник. От каждого нового открытия у ребят захватывало дух. Изюминка мероприятия, без сомнения, стал летний читальный зал, где юные путешественники могли услышать любимые сказки и раскрасить красивые картинки. Я раскрашивали грибочки, клубничку и божьих коровок, коровку, кипотик, дерево и куймичку. Такие проекты, уверяет Ирина Еремкова, не только знакомят детей с окружающим миром, но и помогают им развиваться, приобщают к чтению литературы. Обогащается их словарный запас детей и обогащается воображение детей. Поэтому, конечно, это очень большая польза, что наши коллеги из библиотеки приходят и наших детей знакомят с книгами. А Маша из короба. Вижу, вижу. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Благодаря такому необычному путешествию ребята поняли, сколько нового и интересного можно узнать в лесу, если сидеть тихо и смотреть зорко. Виктория Филатова, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.